Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина вместе с одинцовскими депутатами-единороссами поздравила ветерана Великой Отечественной войны Зою Груздевич с Днем Народного Единства. Они вручили Зое Владимировне юбилейную медаль 65 лет городу Одинцово, цветы и подарки, а также пожелали пенсионерке крепкого здоровья и благополучия. В апреле этого года Зое Груздевич исполнилось 99 лет.